Если с вами беда, если у вас проблема, не откладывайте в долгий ящик. Приезжайте к нам, и мы вам поможем. У нас нету никакого статуса, и мы живем до сих пор в Германии с казахскими паспортами, где стоит, что мы немцы. Меня сфотографировали по автобану. Пришло письмо, что на 40 км в час я превысил. Многим поздним переселенцам не признавали статус позднего переселенца в связи с некоторыми признаками. Человек понимает, что он не одинок, что он не изгой, ему можно помочь. Многие люди, конечно, они не знают, с чего начинать. Если вы на это никак не среагируете, это вам ничем не грозит. В правовом поле. Программа, которая рассказывает о реальных историях, происходящих с нашими соотечественниками, как в Германии, так и за ее пределами, снова у вас на экранах. Теперь по четвергам в 19:30 на канале ТВ Русь.